Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Валда, Игорель, Асгард и Рэй, и мы продолжаем выживание в DayZ Standalone второй сезон. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. Всем здрасте. Сразу же предрекая кучу вопросов и комментариев, машину пока на официальную версию сервера не добавили. Мы играем 28 числа 11 месяца, и у нас версия игры 0.50. Серия выйдет гораздо позже, поэтому может уже и добавить к тому моменту, но мы пока что записываем без машин. Ну что, обратно в Айра сходим? Или как? Да, да. Так точно. Погнали. Рэй, ты меня пукаешь. Веди. Я надеюсь, не такое ничего не сделал. Так, давайте, народу на серваке не очень много, но все равно лучше собраться всем дружно и как-то сосредоточиться, потому что мало ли, шальная какая-нибудь пуля от шального чувака прилетит в лоб. Стопудово прилетит. Так что давайте. Я к вам тут домолтается. Вопрос только кому. Да сейчас просто Рэй кого-то зарубит. Кому? Рэю, конечно. Кто у нас самый неудачливый? Рэй? Потом кто-то пристрелит Асгарда. Слушайте, а у меня, по-моему, что-то с текстурами стало. У меня как-то игра хуже выглядит. Она могла сама поменять это самое настройки? Надо видео нажать. Ну только не здесь же, наверное. Нет, а у меня просто как бы нету. Она... Так ничего не размыто. Да, не здесь и не сейчас. Просто сами текстуры как бы стало меньше. Травы, допустим. Угу, даже тема. Это, по-моему, да, тоже так кажется. Может, это... Что это? Ну это, блин, фиг его знает, по-моему, глюк. У меня сегодня такой уже был глюк, я сегодня записывал тот самый Элвизин, короче, захожу в игру, у меня разрешение стоит 640x480. Я такой, так, вот. Давайте в елках засядем немножечко, надо видео посмотреть. Давайте, да, вот тут присядем быстренько. Кто интракроет, мы с Игорем пока смотрим конфигурацию видео. Да, вроде все как дизель. Качество очень высокое. Маскировка. Интерфейс. Так, но текстуры. Вот и бежит. Очень высокая. Я ползу. Рендер. Я перевязываюсь, да, понятно. Слушайте, ну не знаю, короче, все в итоге нормально. Вроде как. Фиг его знает. Ладно, может, просто так и должно быть. Ну что, все готово? Поскольку у тебя есть прицел, ты бы лучше вперед не сувался. Ну, может быть, ты прикрыл бы там. А кто-то вперед так. Ох ты, это что там такое впереди? Что я там? Через прицел глянул там. Ну-ну-ну. Вот что? Пойдемте. Ну рассказывай, что такое-то, скажи сначала. Дайте тебе, ну, сейчас гляну. Там куча. Просто куча шмоток. Прицел. Так это замануха. Не-не, не ходи туда, не. Именно куча рюкзаков, чисто одни рюкзаки. А, вижу. Да, это кто-то дюпнул, наверное. Дюперы, наверное, были. Может, на сервере. А лучше не брать? Так не будем брать, мы просто пройдем рядом и посмотрим, что такое. Сейчас в голову выцелит. Смотрим по сторонам, давайте. Куча просто рюкзаков там. Так. В казарму захожу. Давай. Бегу к тебе. Ох ты, ё. Казарме всем, наверное, не нужно. Мы, кажется, на какой-то... Тоже зашел. Не тот немного, сервак зашли. Чё-то еще много лута, да? Очень. Это что за... Я забежал. Хорошо. А вы понимаете, что происходит? Тут еще АКМчик лежит. Пара можно? Разгрузок. Можно ничего не взять? Ну, мне нравится. Так, я сменил свою горку на другую горку, потому что у меня она уже была покоцана немножко. Какую еще горку? Мне кажется, как... Ну, этот самый, это... жакет, короче. Жилетку. Так, похаудит. Камуфляжную. Похаудит хорошо. Мне кажется, это странным. Что такое 0-0 бакса 10 раундс? Типа дробовой такой. Вот вам. Что за калаш? Где? АКМ обычный, вот. А патроны есть? Патроны такие же, как у нас. А, не, не такие, другие, как у нас. Да, я выйду начало. Слушайте, а... Батлсток мне не... Попробуй свою обойму к нему подвесь. Если не выходит, то... все, не нужен он нам. Не, наверное, никак. А его надо в руки взять? Нет, не обязательно. Да, не получается. Просто из своего достань. И не получается. А, так, достать? Так, Hunter Pants. Окей. Ранги Фидер, или как он называется, что такое? А никто не кроет, да? Просто все лутают. Я крою. Не, короче, никак. Я еще хотел приклад. Игорь, у меня, кстати, же обойма есть к твоему Макарову. Помнишь об этом? Надо бы тебе отдать ее. Ну, посмотрите. Че к чему. Как? Ну что, идем дальше? Сейчас тут залутаем. Тут ничего интересного. Так, не дышите немного. Хотя, подожди, что это такое? Шприц? Просто шприц. Да, ну, здесь, наверное, ничего ценного. Ну все, трава, окей. Так, идем. Ребят, что лучше? Какой батлсток? Деревянный или железный?
Тут везде лута куча. Наверное, железо, не знаю. Грэль, давай выходи с казармы. Восток это типа, ну... Вы вышли уже с казармы? Так, захожу в двух. Я вышел, да, уже видишь, кто-то уже заходит в двухэтажный. Да, это настройка серва. Я в двухэтажном, как её, железной такой мангаре. Что, там тоже много лута, да? Ну, зайди, глянь. Да я тут вижу уже, что да, лута дофига в любом здании. Но это не так уж и плохо, с одной стороны, с другой стороны, это нечестно, как минимум, да? Да почему нечестно? Тут такие же люди играют, которые... Так играют, ну тоже верно. Тут уже залутанные персонажи играют, наверное, лютые. Лютые-лютые вообще. Где сейчас? В ангаре. Кто-то в ангаре, я рядом с ангаром маленьких зданий. Сколько молотков, сколько всего. Япона, мать, сколько здесь всего. Бригада строителей, похоже, полегла. Я сказал, тут куча лута. Возьму компас, ладно, пригодится, может. Так, короче. Да, что за бред? Что ты еще? Черная краска, мешок, лента. Открывашка нужна. Несколько. Офигеть, тут лута, просто, ребята, вы бы это видели. Мы знаем. Я уже тесаю. Жесть такая. Волгай, ты где? Я в маленьком домике, вот кто-то рядом мимо меня пробежал только что. Сзади кого бегу? Я в ангаре. Это кто? Со мной, да, ну что, пойдемте дальше, здесь ценного ничего нету. Писец. Я боюсь представить, что вот в этой двухэтажке военной. Пойдем посмотрим. Только надо быть осторожным все равно, если тут... Ага. Блин, солнце слепит нас, а мне нифига не видно, это плохо. Так. О, слушай. Сзади. Хорошо. Сзади горели. Да не, нет. Взял топор, нет, зомби, сзади за тебя. На зомби, ну что теперь делать? Я принимаю, подожди. Да, тут тоже много. Приму. Принял. Все вошли в двухэтажку? Нет, Рэй нет. Рэй, заходишь мне в двухэтажку? Давай, дверь закрой раз за собой. Ну да, тут лута много. Тут очень много лута. Рюкзак, что-то вообще тут... Рюкзак военный есть, можно мне? Так. Нет, тут... Возьми, конечно. Тут не военный. Или военный у тебя где-то там. На первом этаже. Я спрашиваю сейчас. А. Ох, ё. Макаров, что это вообще за место? Что это за сервак? Запомнить его надо. Не знаю, кстати. Надо ли его запоминать? Тут надо поесть. Мы раньше на нем играли, вроде ничего такого не было там. Ну, кстати, да, по-моему. Мне вот тоже так кажется. Кто тут кушает возле меня? Я хава. Мы точно на нем раньше играли, но я такого не помню. Так. Ёшкин свет. Кому после какого-то разгрома. Да, реально. В самом деле, первый этап садись, блядь. Патрон. Патроны есть? Дай, Волдай. Да, что? Наверху. Что? Патроны твои наверху. Хорошо, понял. Вы на первый этаж снизу зайдите, после того, как тут был разгром какой-то. Вот ограбили. Так, наверху тут, да? Где? Помощь. Тут столько Макаровых, офигеть, слушай, надо Макаров себе взять. Ищи там где-то. Короче, Макаров, если патронов, главное по патронам ориентироваться. Короче, подожди. Вот, он нашел уже. 5-56 раунд я уже нашел. Сейчас я, короче, выкину что-нибудь, потому что тут нереально. Не, можешь патроны выкинуть мои. Нет, я иду выкину, у меня еды просто очень много. А, зачем мне, то есть, вообще они? У меня их до себя. Как они называются? Сколько тут лута? Кто называется как? Мои патроны, точка 380. На что? Мне их дофига, на Макаров. Огнетушитель, этот, противогаз, надо? Короче. Кто-то должен крыть, короче. Я тоже так считаю, а то мы тут лодишком улечемся сейчас. 45 АЦП, это же для Макарова, правильно? Нет. Нет, для Макарова. А, для Макарова 9 мм, да? 380. 380 авто вроде, или как-то так. Понятно. Так, кто-то тут что-то берет, или мне кажется? Я беру Макаров пестиновский себе. Я лично. Фотоаппарат не помню? Я лично пью. Так. Я Макаров так пестиновский. Тут сколько банок с колой? Очень много. Можно я все убить вообще. А то у меня оверхейтинг. У меня тоже оверхейтинг, надо пить побольше. Пипец, просто столько всего, да я просто в шоке. Надо просто нам искупаться будет. Искупаться-то здесь негде, поэтому пить это нормально. Ну, найдем, наверное, дальше пойти. А бинокль никому не нужен, да? Нет. Не-не-не, это старье никому не нужно. Это хлам. Не, ну это просто вообще, это не знаю, как назвать-то даже эту фигню, то, что мы здесь нашли сейчас. 5.56 еще здесь. Мне кажется, это так, либо по всему Ара, либо по всему вообще серву. А может быть, да, может быть, только Ара? Просто смысл сюда идти людям, наверное, нет. Ну, только залутаться, чтобы выйти на другой сервер и там постреляться. Что так, это вообще, вы видели? Так, газовая плита, семена томата. Что он-то увидел? Тут банки, О, эпинефрин. Блейз валяется, Макаров еще один.
Что тут только не выделяется? Нет, тут банки выстроены такой рядок наверх. Банки с хавкой. Ешь, что хочешь. Кстати, имело бы, наверное, смысл медицину набрать на таком серваке. У меня много медицины. А здесь, тем более, ее вроде как и не особо. Так, значит, 9 мм раунс не подходит, правильно? Под Макаров. 9 мм? Да. У меня есть... Под Макаров подходит он или нет? Нет, нет, дай их. Тебе их отдать? Хорошо. Тут валяется, во втором этаже есть. Так, тут хавки. Ну, смотри здесь, Асгард. А вот еще две пачки твоих патронов, кстати. Где? На втором этаже, вот здесь вот. Все, понял. Так. А где 9 миллиметров? А, за углом, выходишь из двери и налево. Ага, понял. Ладно, пойду крыть, раз вы... 5,56, так, хорошо. Да там 45, а не 9 миллиметров. Нет, там еще 9 метров тоже есть. Что за ствол-то лежит вообще? Какая разница? Тебе это важно? Блейз, но мне интересно. Вот разгрузка хорошая, может, даже получше у меня и такая же. Офигеть, сколько всего, я просто в шоке. Я просто в шоке, господа. Он разгрузка такая же вообще. Так, мне кажется, пора валить, ребят, серьезно, пока мы не накликали себе беду. Так чего, а остальные здания? Я имею в виду с этого здания валить. А, ну из этого, да, согласен. Просто Рейк куда-то вылетел, к сожалению. Опять? 5,56 еще. И что, будем ждать его здесь? А так он вылетел из игры полностью? Да. Печально. Вот он появится, мы его случайно пристрелим. Тут просто столько всего, я вообще в шоке. Я думаю, надо дальше идти, потому что как раз когда он появится, мы испугаемся и пристрелим. 56 еще. Сейчас, ребята, идем. Тогда пойдемте. Тихо, секунду. Давайте, да, он появится потом тогда. И нас догонит. Так, вы где, скажите, только я выхожу. Я в пожарке. Я с тобой побежал. А, или за Асгардом побежал. Ты за мной побежал. Пожарки? Что зомби? Ну да, мы побегаем. Иди по заднему двору. Так, вижу. Взял топор, приму так, зомби. Человек! Зомби приму и к вам. Нет, это зомби. Фу ты, блин. Он так стоял, как будто с оружием. Да. Слышь, у меня стоит. Зомби завис. Это нормально? О, отвис. Ну, у нас тоже отвис. Ты меня напугал, Асгард, я чуть не обделался. Я сам чуть не обделался. Ох ты, две аптечки. Человек сразу. Так, в пожарной части вы, да? Вижу вас. Зайди и глянь. Тут полки ломятся. А то где тушителей? Что я пропускаю, а то у меня интернет как всегда. Ну все нормально, заходи, ты вышел из игры, да? Правильно? Я выкинул. Заходи. Тут ножи, огнетушители, короче. Ох, ё, вот сюда подойди. Ты в пожарке? Там вообще не пищи, да, в пожарке. Тут да давай ты переключай оружие, мудила. Извиняюсь. Бесит просто пролагивание, когда ты нажимаешь кнопку, он не переключает нифига. Ох ты, мать твою. Сколько здесь всего. Куча аптечек. Кому-нибудь нужны аптечки? Кстати, есть небольшой переносной защитный ящик. Очень хорошая штука. О, хорошие штуки, да. Я возьму себе его, если вы не против. 4 слота занимают, а вмещаются 8 или сколько, я уж не помню. Вмещается 6. Кстати, тоже такие я вижу. Правда, я не знаю, как их достать из-под этой кучи хлама. Чего? Дюпнулся, что ли? Блин. Кто дюпнулся? Тут все вообще дюпается. У меня патроны дюпаются. Хотите? Что хотите патронов? Нет, мне кажется, их там несколько пачек на одном месте. У меня просто был один рожок, стало два. Да ладно. А, я беру его, и он у меня... Что, мать твою, что происходит? У тебя калашников на земле без этого, без рожка. Ну это я понял. Почему мне его не взять-то, мать его? Подлагивает дико. Не взять? Ящик небольшой переносной. Может его просто закрывать другие вещи? Ну на нем стоит сверху огнетушитель, может быть поэтому, да? Возможно. Ну-ка дай я попробую. А здесь нету ящика. Вот он наверху. А, только что был. Какого? А, я его теперь взял. Это просто так медленно он берется. Все хорошо. Ладно, я пошел наверх и гляну, что там. Чувствую, с тела начало. Это еще терпимо. Никому не нужен UKIA Southwest Olive в идеальном состоянии, хороший. Никому не нужен этот куча огнетушителей. И полностью зеленая одежда. Что такое локпик? Отмычки, что ли, какие-то, или что это такое? Да, по идее.
Прикольно. Кстати, играли Kitchen Knife, можешь себе взять, слышишь, что валяется? Kitchen Knife. Кухонный нож. Физраствор еще нужен? А надо, кстати, надо. Физраствор? Да. Да, я думаю, что пригодится, наверное. Конечно, физраствор. У меня просто уже 7 штук. Будем заливать по полной. Хватай, хватай, на других серверах потом пригодится в дальнейшем. Kitchen Knife, что-то я не вижу. Где-то там у... Что, я побежал... Вот здесь вот играли, около тут моё, где я стою. Вот, играли. Колдай. Сколько крючков? Да. Прикроешь меня сейчас, я побегу. Сейчас, погоди секунду, я докончу тут упаковку вещей и прикрою обязательно. Сейчас, буквально секунду надо подождать. Ты в приплев... А, во, все нашел. Разделать животных. Выкинул, что ли? Твою мать, почему этот я не хочу в руки брать? Можно его из рук убрать? Давайте быстрее хотя бы. У меня просто больше ничего нету вообще. То есть у меня места нету, и брать-то особо нечего. Было бы патронов дофига, а патронов тут достаточно мало. Тут аптечек дофига. Но потом... И в некоторых, кстати, физрастворы попадаются. Я вот нашел два физраствора. Чё-то я вообще, короче, не понимаю, что происходит в этой игре сегодня. Может, обнова какая была, и они извинились за то, что лут не спаунится. Короче, ладно, видимо, надо выкидывать его. Так, и тогда извините нас, ребят, нате. Куча непонятно чего. Ну да. Мы просто не понимаем, что происходит. Я вас обрадую, теперь меня кикают. Ребята, помогите, пожалуйста, там зомби зашел. Сервер переполнен? Ой, да, он прав. Спасибо за помощь. Я пытаюсь взять... Топор мне не получается. Я походу не слышали. Тебя кикает все время, я понял, ну фигово. Нет, его не кикает, он не может зайти из-за того, что сервер переполнен. Понятно. Ну тоже печально. Думаю, пора брать ствол и выходить отсюда. Ну что, кто не туда, в диспетчерку, и можем отсюда увалить вообще. Прикрывайте меня. Сейчас, подожди, я прикрою. Или лучше кто-то пусть вперед, я с прицелом же. Эх, вашу мать. Ладно, я побежал. Давайте, погнали, 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 все бежим. Прикрывайте. Да как все-то? Кто-то прикрывать должен. Ну я... Не вижу, что слева, может, кто-то там есть. Я имел в виду в прикрытии именно это. Так, я смотрю правую сторону, вроде чисто. Слева солнце светит, реально не видно. Все, бегу. Зашел с тобой, давай. Наверх посмотри. Это мало. Так, зашел, закрываю двери. Давай. Тут рюкзаки на стене висят. Вот, я вижу. Вот, я присоединяюсь. Давай. Чё, поднимаешь, что мне подняться? Нормально вроде. Здесь лучше подлечь, скорее всего. Ну, как минимум. Давай ты тогда лутай тут и пойду ниже по лутаю этаж. Ну, куда убежали? В диспетчерку? Да. Я бегу на всех парах. Так. Только скажи, когда будешь заходить. Здесь нечего лутать, тут куча рюкзаков. А как эту фигню присоединить, горка Military Visor? Он только к другому шлему цепляется, что ли, да? К моему не прицепить его никак? Он к моему. Понятно. Цепляется. И на моем уже он есть. Патроны какие-то лежат. Я захожу. Что за патроны? 5.56. Давай я возьму. Скажи где. На столе сверху. Рюкзаков нет этих? Рюкзаков куча тут. Одни рюкзаки. Нет, таких как раз нету. Бери, твою мать, ну. Что-то я не вижу. Пролагивает, не берет иногда вещи. Наверное, столько лута, мне кажется, что аж лагает. Да. Фиг знает, не берутся, короче, патроны. Ладно, я просто не хочу стать жертвой какого-то парня удачливого, который решит пустить мне пулю в лоб. Который решит закинуть гранату. Поэтому предлагаю валить отсюда. Я вот скажу давайте честно. Давайте выходим и сменим сервер. Лута много, но полезного вообще. Давайте сервер допишем и сменим сервер. Пока просто уйдем отсюда на север, куда и хотели. Давай. Пойдемте в те казармы. Казармы? На юг, получается. А обратно, что ли? Нет, на юг. Так на юг это обратно нам. Может до конца аэроболтаем? Тут речей же казармы. Ну, это я это имя выйду до конца долтать. Ну, ладно, хотите до конца. Ну, давай пошли, давайте вперед, все, открываем дверь, погнали. На север туда. Ну, так. Пофиг, пойдем на север туда. На. Так. Воу! Твою же дивизию. Дверь закройте. Я перевязываюсь, меня попали. Давай. Меня тоже задело. Смотримся на двери, давайте, смотримся на двери. Решили сходить на север. Так лагает прям вообще. Так, лагает, когда перевязываешься. Так, видео. Калаш, где мой калаш?
Ну, что, какие идеи у кого есть по этому поводу? Ты все еще кровоточишь, горели. Все еще кровоточишь, горели. Нет. Уже нет. У меня уже не кривоточит. Все, все, уже нет. Анимация залагала. Все списать их? Все живы, здоровы. Дай наверх залезть. Да там нет, там могут посыльбаки вон из окошка. Все на двери. Так, он где был, на улице или на пожарке? Где он, откуда стрелял? Я на пожарке. На пожарке? Прям наверху, да. Кто-нибудь поднимитесь чуть повыше. Тихо, тихо, тихо. Да это он по мне стреляет. По тебе? Да. С пожарки, да? Страшнее. Да, я его вижу. Может кто-то отвлекает, а вы убегает? Он на самом верху или где? Он на самом верху, почти. Да, на самом верху я его вижу. Осторожнее, он прям в окно ведь целит. Я понял, понял, понял. Причем палит по нам. Ты сейчас наверху играли? Да, я могу пострелять в ответ. Да, постреляй просто. Попытай. На подавление, давай мы попробуем выбежать и прорваться к нему, его да? Даже вижу. Нет, не пробежать, а чисто прицелиться. Кто-то дверь откроет. Ну давай так пробуем, хорошо. Ну, что-то не слышу подавляющего огня. Сейчас, я бинокль возьму, Вадим. Вадим? Да. В чем дело? Что в чем дело? Попал по мне. Так, стоп. Я без сознания что-то шлепнулся, видимо. Ты кровоточишь, надо его перевязать, блин, фак. Перевяжите меня, к окну не подходите даже близко. Он встал. Он мне в руку попал, скорее всего. Тихо. Готов он. Да ладно. Открывай дверь, Игорь. Кто стрелял? Кто стрелял? Я не знаю, я Игорь или привязывал. А кто внизу сидит? Асгард, ты, да? Я не стрелял в него. А кто-то расстрелял, да, интересно, реально. Значит, там его убил кто-то. Твою мать. Да, значит, там еще кто-то есть. Давайте, предлагаю, потусим здесь немножко, подождем гостей непрошенных. А сначала надо Игрели перевязать. Ну да, перевяжем его, так подождемся, пока он воскреснет как раз. А, физраствор вливать? Конечно. Лучше влить, я думаю, да. Не, и так кровушки было мало. Так, давайте тогда открою дверь, и что ору матом? А наверху никого не было? А то, мне кажется, с нашего здания-то сняли его. Ну, нас же, вас же нет, трое. Нет, вряд ли, вряд ли. А подождите, я его перевязал вроде бы. Перевязал, давай тогда вниз. Кровоточит еще, он кровоточит. Давайте, один занимается внизу, свой наверху с ним, другой внизу помогает мне окно крыть и вход. Ребята, перевяжите меня. Я тебя и так перевязываю. Еще. Асгард, короче, давай, Асгард, слышишь, травливай ему, вяжи, а Рэй, давай вниз. Сюда. Наоборот, вверх попасите. Только не подходите к окну чертовому. Да не подходим мы к нему, я еще внизу. Его сняли. Я вижу, вот тот уже не вижу. Кто его снял, наверняка может залезть к нему, полутаться и увидит нас. В том-то и дело. Так. Заливаю, только что-то он не заливается. Но он кровоточит до сих пор. Кто пьет? Да это баги, наверное. Никто не пьет. Кто-то чужой пьет. А вот залил. Я у него уже два бинта всадил. Ну я вот его перевяжу сейчас еще. Я бинтом его перевязываю. Своих контент проверить пульс. Или пульс. Слабенький, да? Так. Да уж. Еще кровоточишь. Да, все еще кровь, я не знаю, тоже какой-то бред, я тоже вижу ее спустя. Ох, все, исчезло, исчезло. О, перестал. Исчезла кровь, все нормально. Да. Да, да, да. Давайте кто-нибудь тоже кройте. Сейчас я тебе морфий вхалю. Да лучше физраствора в парочку. Физраствор я тебя уже один влил. Ребята, кто-нибудь кроет еще кто-нибудь, кроме меня? Нет. Рей, посмотри тоже в окно, трай крой, или спускайся вниз. Так. О, я встал. Точнее, очнулся. Да. Сразу пейте вниз, давайте сюда вниз. А тут патроны для СКС-ки. Возьми. О, Рей. Да, я возьму, мне кас надо. Чуваки, молотаться будем или стрелять по тому, кто по нам стрелял? Вот здесь вот, прям под лестницей лежат. А, я вижу, вот. Возьму. Ну чё? Нормально. Какие варианты? Без понятия, выходите. Сваливать отсюда? Валим на север, как и хотели изначально, с этого аэропорта. Валить все равно отсюда надо, слишком много лута на серваке. Нет, я имею в виду пока что валим сначала на север, с аэропорта. Слышите? Живой, двигаюсь. Эй. Ну, а этот? Ладно, пока с высокого поговорим. По состоянию фрактур, сломано что-то. Сломано. Ну ладно, там... Это потом починим, переживай. Сядь в укрытие, сиди. Так, тогда что делаем? Открывает кто-то двери, и все выбегаем, дружно и палим по сторонам, да, или что? Нет, это самый глупый вариант. Я знаю. Надо посмотреться в окна. Так.
Сейчас я еще раз проверю вверх. Да тут отсюда видно его. Сверх. Тут никого сверху не видно. Сверху никого. Так. Ладно. В окнах тоже не видно. Фиг знает. Понятно, как мы со второго этажа посмотреть. Можно пожрать все-таки сито. Надо по-другому что-то сделать. Для начала надо проверить, откуда стреляли. Мне так показалось, это с нашей крыши стреляли. Да не может такого быть, мы были на нашей крыше, сыграли в твоем. Там можно залезть. Еще выше, там можно залезть. А, еще выше. Я залазил, то я никого не было. Я полностью залазил. Сумку бросил. Да не, я тоже думаю, что это глупость. Ладно. Можно попробовать тогда... подсыпную? Ну, по-любому нас услышал. Кто-то выживет. Нет, надо... Надо действовать слаженно. Ну так посыпную. Ладно, я тогда... Вообще слаженно. Самое то. Ладно, я тогда сейчас наверх поднимусь с прицелом. Я наверх поднимаюсь аккуратно. Видите, мы с Валдаем... Осмотрись просто, и потом спустишься, а я сверху буду вас крыть. Куда мы бежим? Мы выходим с выхода, куда бежим? Налево, направо, прямо, назад? Какую назад сторону? Лучше. То есть огибаем здание, да, и бежим в другую сторону. Зачем назад-то? Мы прямо на взлетку побежим, ну, на большую площадь пустую. А вон вас, не выходите, вас вон, прям с вас смотрит. Да, вижу, откуда, вижу. Откуда смотрит? Да. Возле пожарки. Возле пожарки. Внизу на первом? Прям, да, нет, прям на вас смотрит. Нет, не в пожарке, он возле нее. На улице, да? Да, и на дверь смотрит. Да. Может, так. Вы там что-нибудь сделаете сверху? Можете как-то один скрыться в бок, а другой со стороны открыть дверь просто, чтобы он вас заметил. Он лег. И пострелял вас, отвлекся. Я тогда встану и попробую его убить. Ну давай, я стою на изготовке, готов стрелять по нему. Один за лестницу прячется, чтобы его не было видно, а второй возле... Там возле двери есть типа такой вот уголка. Он уходит куда-то. Он готов уходит. Спиной уходит? Давайте, может быть, он спиной повернется, да. Кто не встанет. Нет, не спиной. Не спиной. Он сел. Опять лег. Он пасет нас. Встал. Сел. Он знает, что здесь кто-то есть. Ну так я и говорю, надо дверь открыть, чтобы он это, пострелял в вас так. Этот. Когда смотришь, слева от пожарки или справа? Справа. Когда, если от нас смотреть, то да. Справа. Возле ангара. Между ангаром и этим лежит. Там еще труп лежит. Осторожнее, не спутай. Ты куда встал-то? Он меня сам спасил стал. Он нас спалил, возможно. Нет, ну, откройте дверь. Откройте дверь. Чика, откроешь ты или мне открыть? Ну, кто-то один прячет. Фак. Да что ты делаешь-то? Кто стрелял, по кому стрелял? Да это... Я ничего не стрелял даже. Ты стрельнул. Возле тебя прямо в стену. Ушла, бля. Ну все, нас спалили по-любому, да? Он отошел, испугался. Открываем мощь, может, просто стороне. Нараж берем. А, с другой стороны, вижу, он теперь с левой. Да, он теперь с левой стороны. Я готов, меня убили. Убили? Да. Класс. Открывай, Горель, тебе уже нечего. Он теперь с левой стороны от пожарки. А, их трое. Закрывай обратно. Один внутри пожарки на первом этаже. Один на крыше был пожарки, на крыше был. Я увидел, когда он меня стрелял. Их четверо, что ли, получается? Да, четверо. Уходи ниже лучше. Асгард, лучше ниже уходи. Сейчас крыша пуста. Я ниже начну... Как-нибудь ходить. Аккуратно ползком, как я поднялся на крышу. На крыше в один сидит. Так. Я увидел поздно. Уже не сидит, или он лёг? Вижу на первом этаже пожарки, и слева там один был. То есть, как минимум, их двое. Вот что я скажу. Ну что, какие варианты будут? Предлагайте двое. Варианты быстрее. Что делать? Да. Мы по-любому уже не свалим, правильно? Он пасёт. По-любому мы уже не свалим, в любом случае, я думаю. Да, спокойно мы не свалим. Это рано заходу. Ну это, конечно, тупо, но... Может быть, просто можно выйти с рвака. Не, это для слабаков вариант. Нет, я согласен, но серия-то кончается. Нас между серией завалит. Так всегда бывает. Ну просто сразу же заканчиваем одну, начинаем вторую. Ну это да. Вперед. Я надеюсь, после за это время ничего не произойдет. Игорь, ты, пожалуйста, по центру двери не ходи, потому что ты просто ставишь на линию огня, если дверь откроется, я буду стрелять на поражение в тебя и в того, кто их откроет. То есть либо слева, либо справа, просто будь от центра дверей. Что я прям в центр дверей целюсь. Понятно. Ну чего, Асгард, какие предложения еще есть? Я пока не вижу. Ты не можешь там никого, по крайней мере, хотя бы увидеть или хотя бы кого-нибудь убить? Я вижу одного. Они там сидят. Хорошо, тихо, подожди, убить не можешь?
Убить могу попробовать, но могу. Мне нужно, чтобы вы отвлекли его как-то. Открывай двери с новой игры. Вот как отвлечь могу. Не-не-не, просто дверью пошумите, пару пуль. Открывайте дверь, пару пуль всаживайте, закрывайте. Играй справа от сядь справа. Нет, дальше сядь. Вот сюда открываешь, я стреляю пару пуль, вот. Закрываешь обратно. Понял? Давай, стреляйте по открытой этой, по открытой двери этой. Давай. Ага. Подарки. Постреляй. Стреляю. Ну что? Я не понял, почему я в сознание упал? Твою мать, еще по тебе попал, что ли? Ну такого не быть не знаю. Может. Ты по мне стрелял? Да нет, конечно, по дверям стрелял. Открытым. Может, ты рикошетил как-то? Че за фигня? Ну ты не кровоточишь, по крайней мере, чувак. Асгард, что там у тебя? Может, у меня крови мало просто свалилось. Я его не вижу теперь, он ушел, спрятался. Испугались, да? Мы друг друга перебиваем. Да я не попал в тебя четко, я могу сказать, мы проф на видео есть. Только, может быть, когда ты дверь закрывал тихонечко в пальчик, в самый кончик, и то навряд ли очень. Пальцы взлетел на куски, и тут кровища хлынула. Как-то так вот, может. Ты без сознания, да, Игорь? Ползет, все, встал. В укрытие давай. Я лучше наверх поднимусь. Я же говорю, бить вышел, чтобы чужие боялись. Так, мне, скорее всего, нужен снова бинты какие-нибудь. Ой, не бинты. У меня возьми, по-моему, из раствор. Есть. Да, ты знаешь, где лежишь? Прямо на самом видном месте, которое простреливается. Физраствор у меня есть, если что. Еще куча их. Если сможете, оттуда лечь завинуть. Если сможете. Игорель, ты палишь двери? Смотри, паси тоже, потому что открыть могут любую минуту, понимаешь? Да, я помню. Я думаю, что ему нужно говорить. Ну, а что поделать-то? Поднимись ко мне. Ствол у тебя есть? Да мне бы это... Залечить ногу. Или что у меня руку, я не знаю. Я, наверное, от этого, от боли упал. Без сознания. Тихо. У тебя как по цветам? Серенькая. Серенькая? Тогда тебе надо бы еще один физраторчик лить. Ладно, я поднимаюсь. Угу. А, зомби еще слышал. А что у нас там? Я тоже слышал зомби. Да что у нас там по времени вообще играли? Да вот, на пора, я говорю, пора заканчивать. Я в черную, короче. Вот сейчас зальем и закончим. Давайте, разливайте и быстрее, да, закончим. И это самое, оставим интригу на следующую серию. Uh-huh. Интригу просто мы все на побережье. И что случилось? А вы знаете, что произошло, ребят? Мы выбежали. Я бы сменить, кстати, этот, курточку, у тебя все, и штаны, как я понимаю. Давайте сейчас не будем лутаться и думать о курточках, сейчас главное выжить и подшить ублюдков. У меня просто бежит, там много вещей, и они как бы... То есть это главное, по-моему. А всякие там эти курточки-то все уже второстепенные. Нет, я не влил. А, вот, теперь влил. Я просто двигаюсь. Асгард, ты кого-нибудь видишь там еще, нет, сейчас? Я не смотрел сейчас, я вливал физраствор. А теперь? А теперь, ну никого не вижу. Ну это обманчивое ощущение, может быть. Тебе надо сменить, вот прям подо мной штаны валяются. Просто возьми свои. Давайте заканчивать, ладно, ребята. Да, заканчиваем. Ну что ж, ладно, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Вот такой вот хотели экшон, получайте. Собственно, напишите в комментариях, что по этому поводу думаете. Не забывайте про большие пальчики вверх и, конечно, подписываться на наши каналы, кто до сих пор этого не сделал. Ага. Ну что, друзья, увидимся в следующих жестких сериях. Всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем до скорой встречи. Пока-пока.